Привет! У меня в руках инновация компании Aqua, и называется она Whopper. Эта снасть объединила в себе два типа приманок – поверхностный воблер и поппер. Точно рассчитанные характеристики приманки максимально разнообразили ловлю в верхних слоях воды. Эта снасть наиболее актуальна в теплое время года. Она обладает системой дальнего заброса и шумовыми элементами, которые дополнительно привлекают рыбу. Воппер выполнен в двух размерах – 64 и 82 мм. Это новое слово в ловле щуки, окуня, судака и других хищников. Приманка заглубляется до 20 сантиметров. Воппер оснащен надежными тройниками и иглкло, а его цветовая гамма насчитывает 12 вариантов раскраски.